повесили мы все рулонные шторы. И теперь у нас тут еще на балконе одна комната получилась такая красивая. Шторы свет практически не пропускают, и жару тоже не будут пропускать. Теперь только открывать их, чтобы был свет. Да, будет свет. Вон там лахта центра видно. Да-да, сегодня туча над ней. В городе пасмурно. В комнате теперь тоже будет темно постоянно, а мы с мамой любим темноту. Ну, как-то так. Не в комнате. Ну вот, вызвали мастера и повесили мои дипломы наконец-то над моим компьютерным местом рабочим. Вот тут я работаю, делаю свои ролики. Камера, диван переставляется в другое место, сюда. Ёлка пока с балкона, тут мы тоже рулонные шторы с ним вешали, с мастером. В общем, все идет своим путем. Постепенно оформляем нашу квартиру. Ну, пока что фотография. Мой диплом London Southbank, бакалавр. Что там написано? Бакалавр искусства, диджитал фильм и видео. Мой диплом MBA, West London университет. Что тут написано? Masters of Business with Merit. Merit — это 4. Хорошо. И еще мне дали какой-то диплом стратегического менеджмента и лидершипа от этого вот университета. Говорят, какой-то крутой диплом, не знаю, что это. Но пока выглядит это вот так. Хотела сюда другую фотографию повесить, но не знаю, посмотрим. Надо попробовать, сейчас покажу. Вообще, мама говорит, надо сюда просто повесить диплом моего брата. Он тоже окончил Гринвичский университет. И пусть висят просто дипломы. А фотографии мы повесим уже в коридоре, возможно. В общем, думаем пока, как располагать все это. Но смотрится над рабочим местом хорошо. Ну, вот эту фотографию, если вот сюда, маме она не нравится. Поэтому вешать мы ее, скорее всего, не будем. А лучше фотографии с этого выпускного London, West London University. У меня нет. Поэтому пусть пока дипломы висят. Ой, что-то сдвинулось. А там посмотрим. Наверное, диплом брата просто сюда повешу, и пусть висят дипломы над рабочим местом. А фотографии мы будем вешать в коридоре, когда покрасим там стену. Повесила я, кстати, диплом брата. Masters of Science у него. Project Management, то есть он был архитектором-инженером. Ну и свои этот, рассказывала уже, видео, MBA и какой-то менеджмент и лидершип. Ну вот так выглядят мои жалюзи, точнее рулонные шторы это называется. Тут кроссовки у меня сушатся. Все полностью закрывает, елочка тут у меня стоит. И уже под солнышек сегодня вот такой красивый у меня. Еще какой-то цветочек вырос. Не знаю, что это. Но все у меня на балконе цветет. Растет, цветет. Настурции все еще в цвету. Укропчик. Хватает на салатики мои. Ну и помидорищи. Это маленькие. А это вот большую я сюда поставила, потому что ей упираться надо. И где-то тут у меня была помидорка, вот она уже растет такая маленькая. Ну, она быстро растет, вчера только еще ее не было.
И вот тут вот уже тоже цвет набирает. А еще вот вьюнок какой-то у меня тут есть. Тоже так хорошо разросся. Но что-то ему, по-моему, тут света маловато. Как-то его надо поставить. Вот так. Ну и какое-то растение мама в полях выкопала. Красиво растет, и ладно. Самое-то главное — мои рулонные шторы. И окно в Европу. Вот такой у нас сегодня закат.